Я исповедую, но только в церквушке. Здесь на улице... Простите меня, батюшка, ибо я грешен. Вы обязаны меня сейчас исповедовать. Поехали, отъедем. Внучок, понимаешь, исповедовать это дело такое. Наживное. Исповедую только в церкви. Вы православный? Конечно. Ну, не дедушка знаю, первый раз такого святого отца вижу. Дедушка привык грехи выслушивать себя и... Прощай. Так я и говорю, пойдемте, пойдемте, простите мне. А штрафы снимут с меня все? Штрафы? Нет. Ну что, перед законом Бог бессилен. Так это тогда, батюшка, вам тогда надо рассказывать-то мне, чем вы тут занимаетесь. Давай, сын, расскажи мне, чем ты грешен. Ну, короче, батюшка, слушай, грешен. 3 дня тому назад стою, значит, на площади, думаю, пивка попить или пожрать нарвать ходить. И смотрю, подходит мужчина в желтых ботинках, в строгом костюме, в белой рубашке, все как положено, шляпа фетровая, ну, понимаете, да? Я такой, ну, все, это мафия. Такой, все, и слушаю, он там начинает, кепок там, че, нужны работники, с кем поехали, что-то покопаем. Я все понимаю, что это, ну, развод какой-то, да? В общем, такой катал, что-то думаю, не то, поближе подбегаю, и такой на харю-то смотрю, и, блядь, негр! Представляете, нет, батюшка, я абсолютно нет, ну просто как бы на итальянскую мафию сразу же, понимаете, не канает. Ну то есть, как бы, послушал я его еще 2 минуты, батюшка, и понял, что, ну это ебан конченый какой-то, короче. Не ругайся, сын мой, привет. Все, ой, пардон, батюшка. Поехали, бывало, покупаю, вот у меня вот такой вот есть, вот на 950, поехали. Ой, он мне рассказывал, какой он страшный. Он, короче, охотник за головами. Мы приехали на медь. Он мне накидал полный хемт вот такой вот, 950 меди. Шустро так вообще. А я стоял, ему анекдоты рассказывал. Короче, он мне там, да он, короче, охотник за головами. И охотится, убивает людей, там, знаете, ноги в таз, цемент, мешок на голову, и что, ну, страшно, вообще решает. Подожди, подожди, сынок, сынок, исповедуем, тут вон там похилиться можно. Подожди, братуха, я это, сейчас тебя засанитарю. Стой, 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 стой. Да нет смысла. На батюшку смотри, сейчас чудо произойдет. Глаза смотри, сын мой. Имени номини номини диабло. Все, иди. Да в любом случае, пока у меня кровотечение, ничего не поможет. У меня... Ну тебе медик что ли? Критическое ранение или у тебя кровотечение? У меня все сломано. А что ты сделал, сын мой? Упал. Откуда? С камушка. На, держи, короче, чувак, вон хватай бинт. Ага, класс, дай, держи. Благое дело делаешь, дай, держи. Я медиком 300 с плюсом часов, батюшка, отпухал на другом острове. Да. У меня 7 ремок, 7 хер наборов с собой всегда. Отдай дедушке 2 набора. О, держи. Да, так у меня нету возможности просто сейчас ремкомплекты носить. Ну, за это, сын мой, можно и грехи отпустить. Только это... Да что-то тайну исповеди-то не нарушайте, ну дайте договорить, маленько осталось. Да-да-да, давай, я тебя слушаю. Высу со шляпой. Короче, ладно. Ну и, короче, привез я этого датла назад в ковал, говорю, поехали, я тебя лучше научу это охотиться, говорю. А тут такой, нет, поехали, переработаем, продадим медь-то эту такой. Ну, короче, я его причесал. Поехали мы. Я в гараж грузовик поставил, все, говорю, иди нахуй, короче, чувак. Ой, прости, батюшка, прости. Ой, прости. Ох, сын. И, короче, уехал от него, а тот в рацию мне там, мужик. Ой, прости, батюшка, вот как на духу тебе все рассказал, мне так стыдно, понимаешь, ну просто до такой тупороги еблан, блядь, попался. Ну я таких не видел вообще, лошар, ебать. Ты в церквушку съезди, помолись, свечку поставь. Так нет, я, понимаешь, батюшка, я еще тебе могу ведь сказать-то что, что я ему второй шанс дал. Я потом сижу в баре, ну пухаю, думаю, заебись, КамАЗ меди, сам накопался, да, ну еблан попался, нормальный. И такой смотрю, знаешь, в баре там
Вот ларек стоит, и за ним такая еще беседочка, короче. Смотрю, там типок сидит, вот, на меня так смотрит. Один, блядь. Я подхожу, ну че, говорю, братан, отошел, говорю. А я ему там, знаешь, он пока все стоял. Ну, видно, что лошара, я ему рассказывал, как, да что там, как там, ящики установить у медиков, короче. Все, советов дал ему так, добрый, я считаю. Не зря он киркой помахал. Вот, тут нет, он такой, знаешь, ладно бы он воспринял это все так, что, ну, ебаный насос, короче, да хуй с ним, короче. Там, блядь, ништяк, классно. Нет, он такой, я тебе говорю, больше не подходи ко мне, знаешь, пыхтите, нет. Я думаю, пошел ты в жопу. Я бы ему этот хем подарил, он мне нахер не нужен. Вот, я не... Может, это дедушка на церковь положит? Не нуждаюсь, давай, дедушка, дам денежек тебе маленько. Пойдем, дедушка. Банкомат. Сколько тебе не жалко денег? Пойдем. Да я подожди, в банду даже залезу сейчас. Давай, давай. А снимешь грехи? Конечно. А следующие еще 5 сразу же снимешь? Внучок, грешен ты? Тогда один. Я говорю, надо тебе в церковь свечку поставить. Поехали, я тебя в церковь свожу, у меня машина быстрее. Все, прощай, прощай грехи скри. Ну чё, да ты за такие деньги, ты знаешь, я сам грешен стану. Не-не-не, батюшка, ты чё, ты давай крепись. Ну просто, ну вот ты сам как считаешь, вот это вот, блядь, ну вот он сам просто, понимаешь, он подошел, давай, поехали медь копать. Я его даже не стрелял, не принуждал. Ну как бы... Ну, видимо, он оступился по жизни, просто, понимаешь? О. Батька-медик приехал, сейчас. О. Поехали, говорю, в церковь. Добрый вечер. Добрый день. Вы не поможете мне вот увеличить грузоподъемность у грузовичка? Сейчас гляну, может, мне поставить. Я потому что песок езжу. Вот. И вот чуть больше полтонны, 650, как нафигарю, нормально. А больше вот если на 300, то... Из бортов высыпается все нахер. И все, мне кажется, на 300 можно увеличить, да, если досок наколотить вдоль бортов. Как вы считаете? 300 не уверен, на 200 точно нужно проверить. На 300 у меня еще такой есть один. А, да, там 300. Да. Ну что, гопните меня на 300 и поставьте, пожалуйста. Сейчас сначала куплю. Ага. Я замывать. Но малиновая вот эта... Я на своей, батюшка, я на своей за тобой, давай поехали замаливать грехи. Это хорошо, что ты мне попался, вот я тебе рассказал, мне так полегчало, блядь. Ну, долбоёб просто, прости, батюшка, конечно, я вот все думал, правильно, неправильно сделал, правильно, неправильно, а ты вот как сказал, как отрезал, блядь, правильно сделай. Я говорю, ты поменьше матерись и боженька сам тебе. Ну, это самое непроизвольно происходит у меня, видите, какая корейская харя-то. Да держись. Хорошо, я держусь. Во. Сейчас колеса повылетают, смотри. А то я говорю вообще, вот просто накидывай, высыпается и все. Вот сейчас нормально, хоть тонну грузи, да? Да. А что за 2 миллиона хем ты не купишь? А зачем? Там 900 слотов. Я понимаю. Сейчас бы у медика еще поставил. Вот этот достать из гаража и тот достать из гаража, это разная сумма. Вот. Ну, не знаю. Да ну мне вот это прикало, то есть бы броня была, как бы типа в забор въехал, зубы все не вылетели нормально. Ну вот я вот если на таком заборе. Док, спасибо большое. Да не за что. Ящики уже поставил? Да. Да ладно. Я про масочку все официально промудрил. Мне кактус выдал, я от туберкулеза маску таскаю. Поехали.
Все. Грехи замаливать. Так? Ящики специально не видно, что можно было таскать на тару. Вот это вообще вы мне сейчас вот цель просто в жизни появилась. Спасибо огромное, док. Так. А как ты так сделал? Что сделал? У меня святые войска, я так не могу сделать, честь отдать. Да ты чё? Вот Лёва, Пава, слышишь, знаешь, палки такие. Возле Йенкера. Да, товарищ у меня возле. Давай, счастливо. Спасибо большое. Слышь, короче. Попробуй. Ну, ёкарный бабай. Дед, не убейся, только ты чё? Подожди, что-то я не помню, где у дедушки слышь находится. Ну, Э русская и справа от неё. Справа? А? Не, у меня не работает. Чё, на тыре? Угу. А чё, куда сидеть? Я говорю, поехали, я тебя сюда обратно привезу. И вот сейчас я в гараж тогда тачку возьму, я вот... Зачем? Поехали. Да я на твоей хохломе не поеду, ты чё? А чё, чей тазик, чуваки? А это вон, типа, вон, видишь, такой, вот он, с синим рюкзаком, он не хочет машину убирать. Братишка, убери машину, я уеду и потом назад поставь, пожалуйста. Синий рюкзак. Да поехали со мной, сын. Вот. Ёбаный, сука. Блять, ну это законом надо запрещать такое делать. Это запрещено, надо ментам просто позвонить, они эвакуируют. Не-не, впаду. Ты чё, всю дорогу в рясе или ещё чё промышляешь? Да не, я только считаю это. Охота и этот, батюшка, и всё. Это нормально, кстати. С вультора стреляешь? Не, вообще не стреляю. А чё ты при так? При себе оружия не имею. Кого красопыло вообще? Я тоже. Пойдём грехи замолить. Свечку поставь. Тихо, тихо, в храме не кричи. Ой, пардон, батюшка. Поставь свечку. Поставил, батюшка. Поставил. Давай, иди дедушке в уголок грехи расскажешь свои. Так а все вроде это самое. Ну, женщин не хватает, оно понятно, это самое. Бывает в дороге там, на грузовике едешь, встал, передернул, все. А остальное все. Ты на коленочку присядь перед Богом. Не, батюшка, я тебе говорю, спину сорвал, я вообще боюсь шевелиться, честно говоря, даже. Помолюсь, давай помолись, конечно, я тебе нифига. Вон, смотри, свечку, видал? Свечку не, заодно это. Не-не-не, свечку оставить надо. Так я понимаю, батюшка, вы что, я же это, с трех лет, как говорится. Вы не смотрите на морду на мою. Я кореец-то постольку, поскольку у меня бабушка, а так-то я грек.
Овертополус. Астролябер. Пойдем, я тебя довезу. Помолился за тебя. Чурчевой грек настоящий. Я могу, конечно, там по-корейски синьсяо. Одна тебе. Да? Куда? Не, я не знаю. А ты чё, бомбить поехал дальше там, типа это? Чё, кого? Давай я с тобой. Может, чудо какое-нибудь сделаем? Там... Ты меня вылечишь, короче, смотри. Я вот в этой маске, вот, постой, остановись. Я сейчас чудо тебе покажу, батюшка. Ты такого нихуя никогда не видал. Смотри на рожу-то мою внимательно, прям во весь объектив открой. Смотрю. Хопанцы. Пернатый кореец. Дедок, я грек же. А, ну хотя да. Ладно, поехали. Сейчас дедушка машину свою поставит и с острова полетит. Он свою суточную норму выполнил. Пустяк. Да, что тогда? А, ты в гараж, да? Ну, поехали в гараж. Давайте, могу в этот центр забросить. Центр закинь, я не знаю, сейчас, может, съезжу, покопаю опять чувак. Он с каким-нибудь... Давай, давай, сейчас забросим. Только аккуратнее, там дураков много. Не-не-не, док, ты чё? Я... У меня 1000 с плюсом. На Алтисах. А у тебя випочка есть, да? Нет, нет, зачем? Нет, зачем? Мне так, видишь, приезжают, накапывают грузовики. Не, ну пиздец, с негром нехорошо получилось, но мне кажется, он сам виноват. Ну давай. Ну оступился человек. Ну давай. Давай, удачи тебе. Бухнем, братан!